американские астрономы обнаружили самую древнюю из известных галактик. Ей больше 13 миллиардов лет. Именно такое время понадобилось свету этой звездной системы, чтобы дойти до Земли. Обнаружил небесное свечение мощный орбитальный телескоп Калифорнийского университета. Найденная учеными галактика значительно меньше и легче нашей. Млечный путь примерно в 100 раз более массивен. По подсчетам астрономов, галактика появилась приблизительно через 500 миллионов лет после Большого взрыва. Считается, что он положил начало Вселенной.